И всем привет! И в этом видео я расскажу, как получить новую перчатку админ с Лабатлс. А также сегодня со мной будет Эмиральдекс. Всем привет! Ну и приятного просмотра. Ну и для того, чтобы начать получать саму перчатку, вам нужно попасть в измерение ретро. Ну, я надеюсь, вы знаете, как туда попасть. После чего проходим первую часть паркура и проходим вторую. Только во второй вам не надо заходить в портал. Вам нужно будет обойти портал и пойти за него. Ну и дальше следуем за мной. После чего увидите кнопку, просто нажимаете на нее и дальше начинается самое интересное. You need to run. Ну и после того, как вы попали сюда, теперь давайте расскажу, что вам нужно сделать. Сперва желательно просто нажмите кнопку включения компьютера, а потом кнопку включения монитора. После чего нажмите на монитор, и вы выключите камеры. Это обязательно нужно. После вам теперь нужно будет найти отвертку. Отвертка спавнится абсолютно рандомно. После чего вам нужно будет подойти к шкафу и отыскать книгу, которую отодвинет шкаф. После чего вы открываете эту вентиляцию и обязательно закрываете за собой, иначе будет скример. You have completed the test of intelligence and proven your intellect up to the standards of a true admin. Итак, ну и здесь начинается, может сказать, самое сложное. Это паркур. Если вы не умеете паркурить, то я вам сожалею. Однако вы можете примерно следовать, как я проходил, и, может быть, вы пройдете. Но здесь даже я не знаю, что вам можно посоветовать. Congratulations. You have proven your skill to be adequate for the position of admin. Итак, ну и остался самый последний этап, и самый долгий, и самый скучный. Ну и чтобы получить саму перчатку, вам остается находиться здесь целый час. Я не знаю, что вы здесь можете делать. Вы можете здесь стоять в ВК, можете бегать, только не забывайте кликать. Однако еще предупреждаю, здесь есть некоторые такие звуковые скримеры, так что будьте готовы. Потому что тут реально страшно. Ну и после того, когда вы продержитесь один час, и вот что произойдет. Да, 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 получил, получил. ОМГ. Итак, ну и теперь обзор. Вот так выглядит сама новая перчатка. Сверху есть шкала ультимейта. Чтобы ее пополнять, вы должны бить игрока. После удара он помещается в клетку. И пока клетка не исчезнет, вы не сможете никого еще одного поместить. То есть видите, он исчезло. И я могу снова его ударить, и он будет снова в клетке. Шкала пополняется. Также у этой перчатки есть свои обилки. Чтобы их менять, вы должны сделать просто двойной прыжок. То есть прыгнуть и еще раз нажать прыжок. Как видите, есть Invisibility, Anvil и Flink. Теперь давайте покажу, что делает каждый из них. Итак, ну и первая обилка, которую хочу показать, это Flink. Что она делает? То есть вы нажимаете E и просто делаете вот такой жесткий прыжок. Ну и в принципе вот все. Итак, ну и следующая обилка, которую хочу показать, это Invisibility. При использовании вы становитесь невидимым. Однако текст вас, ну, он палит. Поэтому вас можно спокойно распознать и ударить. То есть вы бьетесь, но вы невидимые. И также вы можете спокойно бить, и вы не будете выходить из невидимости. Вот такая вот прикольная штука. Итак, ну и следующая билка, которую я хочу показать, это Anvil. При использовании кидает на ближайшего игрока наковальню. Также откидывает всех, кто находится рядом. Итак, ну и теперь Ability. Обилки у него суммарно 4. И давайте начну с самой простой. Когда вы набили Ability, если вы кого-то ударяете, то после удара все помещаются в клетку. Как видите, абсолютно все в клетке. Итак, ну и теперь следующая билка. Чтобы ее изнуть, вы должны выбрать флинг, выбрать перчатку и нажать E. И тогда все подлетят. Итак, ну и чтобы использовать следующую билку, вы должны выбрать Invisibility. Вы используете, и теперь вы абсолютно невидимые. То есть видно только твою перчатку, но вы вот так вот подходите, бьете, и вас абсолютно не видно. Ну и для следующей билки вы должны выбрать Anvil. Вы берете, используете, и на всех людей падает наковальня. Абсолютно на всех. Ну и что я могу сказать? Честно, имба обновление. Конечно, сидеть один час в этой психушке, это прям вообще мозговыносящее событие. Ну так вот, апдейт мне очень понравился. Перчатка очень крутая. И также еще спасибо Эмиральдексу за то, что согласился сделать со мной такую мини-коллабу. Я оставлю ссылку на его канал в описании. Ну, план Б. Ну и спасибо всем за просмотр. И увидимся в следующем видео.